Привет всем! Меня зовут Елена, и я хочу рассказать о такой потрясающей программе, как ZBrush, и ее инструменте Shadowbox. Когда у вас откроется программа ZBrush, у вас будет по умолчанию материал выбран вот такой оранжевый. Я выберу Basic материал. Мне так удобнее. Так, первое, что расскажу, существует два способа вытаскивание Shadowbox на сцену. Первый способ. Находим вверху кнопку Lightbox. Нажимаем. Появляется меню. В меню выбираем раздел Tool. Прокручиваем его. Вот у нас загрузилось. Я подсветила текстуры Shadowbox. Вот Shadowbox 1 и Shadowbox 2. Это оба Shadowbox с низким разрешением в моей программе. Вот. Это как раз один из минусов этого способа, потому что нельзя регулировать разрешение. Здесь разрешение сразу установлено 128, оно очень маленькое, и будет очень сложно рисовать сложные красивые фигуры. Вот. Поэтому я покажу этот способ. Выделила я, начала рисовать. Перехожу на сцену, зажимаю левую клавишу мыши, тяну, и у меня появляется Shadowbox. Отпускаю. Обязательно нажимаю кнопку Edit или T на клавиатуре, потому что любые предметы, которые рисуешь в программе ZBrush, нужно обязательно нажимать кнопку Edit или клавишу T, иначе ты не сможешь ни передвинуть эту фигуру, ни изменить ее размер, ну ничего не сможешь с ней делать, она будет заново рисовать тот же предмет. Так, вот как выглядит. Кнопкой в пустом месте кликаю, и поворачивается. Вот видно, как, что собой представляет Shadowbox. Shadowbox имеет три стороны: back, right и bottom. Эти стороны очень важны, с какой стороны Shadowbox рисовать, с back, right. Разные предметы получаются по толщине. Вот, но в любом случае с этими видами надо обоим работать. И с back, и с right. Вот. Сейчас я удалю эту коробку, покажу второй способ, как вытащить. Закрываю Lightbox. Еще раз нажимаю на Edit или кнопка T и нажимаю сочетание клавиш Ctrl-N. У меня удалится коробка. Теперь я прихожу в меню, выбираю Layer, и там у меня есть такая кнопочка Clear, тоже очистится все. Вот. Дальше. Для того, чтобы вторым способом найти, нажимаю здесь вот на буковку S, нажимаю на иконочку с буковкой S, и выходит новая менюшка. В этой менюшке я выбираю звезду. Здесь много разных фигур любых. Вот, и начинаю рисовать. Нажимаю с левой клавиши мыши. Вот, протянула, и оно мне нарисовалось. Нажимаю Edit. Сразу же, чтобы не забыть, вот могу ее повернуть, поворачивать. Вот, если я буду нажимать правую клавишу мыши и Ctrl, то у меня она будет вот увеличиваться, уменьшаться. Это очень удобно. Если я буду сальтом, то она будет перемещаться по сцене. Видите, я ее могу дергать. Так, дальше. Справа в меню находим раздел Geometry. Вот он. Открываем его, щелкнув на нем. Видим здесь кнопку Shadowbox. Рядом с ней вот это вот разрешение, о котором я говорила. По умолчанию стоит 128. Я двигаю. И у меня разрешение становится 528. Этого достаточно. Нажимаю кнопку Shadowbox.
один раз. У меня появилось. Сейчас я с контролом и с правой кнопкой мыши уменьшу коробку, чтобы было проще смотреть. Вот мы ее поворачиваем. И что мы видим? Что звезда у нас немножко она стала не такая острая, закругленная. И появились на всех сторонах шедоубокса, появились тени. Это как раз и есть проекции, с помощью которых можно рисовать на шедоубоксе. Где у нас звездочка? Это у нас сторона бэк. Где у нас ромб? Там у нас сторона райт. Вот, но мы не хотели рисовать. Если мы будем, зажмем клавишу Shift и нажмем левую клавишу, вот у нас синим подсветилось, вот выберется какая-то одна сторона. Чтобы удалить звездочку, надо нажать Ctrl и протянуть немножко, чтобы что-то нарисовалось, и она удалится. Вот. Чтобы удобнее было все видно, все понятно, мы загрузим на наш Shadowbox текстуру, потому что она у нас исчезла. Для этого заходим в Lightbox, в Tool, далее в Tool, прокручиваем. Выбираем текстуру. Она у нас сейчас в иконочке отразится, где текстура. Вот появилась, закрываем Lightbox. Теперь переходим, Geometry закрываем. Переходим опять в правую часть программы, находим там в меню, в правом, текстура Map. Здесь у нас пустая иконочка. Щелкаем на ней, открывается новое окошечко со всеми текстурами, какие только потом вам нужны будут. И здесь вот есть текстура нашей коробки. Вот у нас так появилась текстура на коробке. Теперь нам будет проще рисовать. Сначала будем рисовать на стороне right, чтобы увидеть, какие отличия. Сразу выправим ее шифтом. Вот, можно даже немножко увеличить правой кнопочкой мыши, клавиши. Вот, значит, все, что делается в ZBrush, делается кистями. И эти кисти находятся вот здесь на панельке. Тут написано Brush. Если мы на нее нажмем или горячую клавишу B, то у нас будет огромное количество кистей. Нам нужны кисти Mask. Для того, чтобы рисовать на Shadowbox, нужны именно кисти группы Mask. Поэтому вот здесь вот есть буковки. Мы знаем, какая нам нужна кисть. Мы нажимаем букву M. Вот у нас становятся активными только кисти на букву M. Выбираем первую кисть Mask Circle. У нас сообщение, что этого рода кисти могут работать только с нажатым Ctrl. Это нам напоминают, если мы не помним. Я нажимаю Ctrl и вижу, что у меня здесь иконочки Brush поменялась, и поменялась именно на мою кисть Mask Circle и Stroke. Теперь нужно зайти в Stroke, нажать на нее. Появляется новая панель. Здесь две кнопки Square. Дело в том, что вот строк не проявилась. Вот должно быть, круг должен. Вот, теперь мы, они активны. Теперь Square нажимаем, квадрат. И переходим на наш Shadowbox. Зажимаем Ctrl и левую клавишу мыши. Начинаем рисовать. Вот, у нас круг рисуется не из центра. Отпустили клавишу, у нас появился круг. Ну, какой он большой толщины, только из-за того, что мы рисуем на right. Значит, удаляем с Ctrl в пустом месте, чертим. Вот. Вот так. Теперь повернем на сторону back. Вот. И шифтом переходим на back.
переместим, так как у нас сместилось вот back. Теперь пробуем рисовать на back. С Ctrl тянем левую клавишу мыши. Вот у нас появился круг, но он меньше толщины. Вот будем рисовать именно на этой стороне, потому что она более удобная. Теперь мы сейчас выпрямим и удалим с Ctrl. Хоп. Вот у нас удалилось. Теперь проходим, нажимаем. У нас появляется на панельке сообщение, что это наша маска. Та именно кисть, которая нам нужна. Заходим в Stroke и нажимаем кнопочку Center. Переходим на коробку, зажимаем Ctrl. У нас подсветилось желтым. И нажимаем на левую клавишу мыши и тянем. У нас появляется круг. Мы можем перемещать этот круг. Если мы будем двигать мышью, у нас будет увеличиваться размер и уменьшаться. Туда и сюда попробуйте. Значит, я нажимаю пробел, и вот у меня начинает по коробке круг двигаться. Я ставлю куда нужно его. Вот мне нужно сюда. И отпускаю левую клавишу мыши. Вот, если мы сейчас покрутим, то у нас вот такой получился круг. Это вот что касается круга. Теперь его можем удалить. Найдем другую кисть. Следующую кисть, которую я хочу вас познакомить, это Mask Rectangle. Тоже сообщает, что с Ctrl работает. Нажимаем. Переключилась кисть на Mask Rectangle, и Stroke стала квадратиком. Что нам и надо? Здесь также нажимаем Square и Center, чтобы из центра был. Смотрим. Центр не нажался. Вот теперь обе кнопки нажаты, и можем рисовать. Переходим на наш Shadow Box. Нажимаем Ctrl, подсветилась у нас мышка, нажимаем левую клавишу мыши, и вот он нарисовался. Нажимаем пробел и разместили там, где нам надо. Вот у нас получился квадратик. Квадратик у нас появился. Теперь попробуем вырезать любую деталь в нашем квадрате. Для этого я прохожу опять в Brush. Выбираю кисть. Вот. Выбираю Mask Circle. Окей. И перехожу. И нужно, чтобы кисть у меня находилась именно на квадратике, там, где я буду вырезать. Для этого я нажимаю Ctrl. Ctrl. Но у меня здесь проверяю, что у меня здесь все в порядке. Все кнопки нажаты. И Square, и Center. Значит, перехожу на квадрат, нажимаю Ctrl, рисую круг. Теперь нажимаю Alt. Видите, подсветился у меня круг. Отпускаю клавишу, у меня вырезалось отверстие. Теперь покажу, как принцип работы другой кисти. Из того же разряда маск. Называются они Mask Circle. Нажимаю опять маск. Выбираю Mask Curve. Mask Curve. Прямые. Кривые, прямые. Нажимаем Ctrl. Проверяем, что у нас явно появилась эта кисть, brush. Нажимаем Ctrl и нажимаем левую клавишу мыши. Начинаем рисовать. Только рисуем, конечно, на нашем шадоубоксе. О! Ctrl-Z. Вот у нас нужно проверить, чтобы в строк была вот такая вот иконочка. Тогда он будет рисовать. Он не успел переключиться. Нажимаем Ctrl. Нажимаем левую клавишу мыши и рисуем. Вот у нас получается кривая.
Ctrl-Z, если нам это не нужно. Я хочу просто показать, что можно и в другую сторону двигать. Вот так. Если я сейчас нажму Alt, видите, что получилось, если брать с другой стороны, начинать рисовать. Чтобы отрезать вот этот угол, надо с другого места попробовать. Смотрите. Вот он. Отрезался угол. Потому что я... Ну, попробуйте, вам будет ясно, как работает Curves. Значит, кроме прямых, можно рисовать кривые. Нажимаем Ctrl, рисуем кривую. Вот мы дошли до нашего квадратика, нам нужно повернуть. Нажимаем Alt один раз и дальше протягиваем кривую. Приотпускаем. У нас он отрезался. Видите? По изгибу. Теперь опять нажимаем Ctrl, начинаем рисовать. Вот дошли до квадратика, нажали два раза. У нас будет вот такое. Отпускаем. Все отпустили, у нас вырезался уже по острому углу. Вот так можно. Остальные кисти рисуют точно так же, с такими точно настройками. Если нажимаем Ctrl, то она рисует. Если нажимаем Ctrl и Alt, то удаляет. Лассо, маск лассо делает любого вида поверхности. Вот. Ну, с этими остальными, думаю, разберетесь. Кистями. Вот. Лассо. Ctrl убираем нашу деталь. Вот как лассо, принцип лассо я вот двигаю, и он любую фигуру рисует. Любую фигуру. Вот она сейчас появится. Вот. Это принцип работы с лассо. Также можно, если рисовать уже на нашей фигуре, то можно вырезать поверхности с Ctrl. Нажимаем, сначала рисуем. Вот я нарисовала поверхность. Ну, это приладиться надо. И нажимаем Alt. У нас подсветилось, сейчас вырежется. Вот вырезалось. Такой же принцип и остальных кистей. Там немножко осталось их произвольной формы тоже. Лассо довольно-таки удобное. Можно любой формы нарисовать. И еще я хотела показать еще один интересный способ рисования на Shadow Box. Это с помощью своих текстур. Вот сейчас я уберу Ctrl. Нашу деталь убрала. Можно рисовать своими, проецировать на Shadow Box свою текстуру. Это несложно, но просто нужно подготовить эту текстуру. Для того, чтобы ее подготовить, нужно ее подготавливать в Photoshop. Открываем Photoshop. Сейчас он у меня загрузится. Вот такую текстурку я сделала. Но для этого надо знать один момент. Значит, у вас в программе, в настройках, должна быть вот такая текстура. Она в фотошопном варианте. Ее довольно-таки просто найти. Она находится в настройках, где вы устанавливали программу, в папках. В папке Z-Tools вот такая вот. Кстати, сейчас покажу, что путь этой текстурки, ее просто надо скопировать и себе ее потом скопировать в какую-нибудь папку и потом с ней работать. Просто по ней очень удобно рисовать текстуру. То есть рисуем любую текстуру и именно делаем потом ее, вот стрелочку я вот нарисовала, потом ее перенесла на эту текстуру
И начала уменьшать. И уменьшила до квадратика back. Вот все, что я нарисовала, здесь может быть и любая надпись, и любой формы предмет. Главное, чтобы она по размеру подходила, именно вписывалась в квадрат back. И потом просто берете, открываете меню слой, создаете новый слой из вашей фигуры и просто заливаете черным цветом. Еще один момент. Вот это моя деталь, которую я нарисовала стрелочку. Она белого цвета. Нужно только черный и белый цвет. То, что черное, будет прозрачным в ZBrush, то, что белое, как раз у вас спроецируется. Вот вы подготовите в Photoshop такую текстурку, сохраните ее в JPEG. Размер, причем здесь стандартный размер 1024 на 1024. Вы это все сохраните в JPEG, и сейчас мы идем опять в ZBrush, и я покажу, как ее загрузить и спроецировать на Shadowbox. Так, для этого нам нужно зайти в правое меню, найти там пункт текстура Map, нажать на этой иконочке. Здесь есть кнопка Import. Вот я на нее нажала. Сейчас, секундочку, еще раз. Импорт. Перешла я в папочке, сохранила эту фигуру. Сейчас мы ее спроецируем. Но сначала загрузим. Он называется лого стрелка. Открываем. Вот она у меня появилась на Shadowbox. Для того, чтобы ее спроецировать, сейчас закроем текстуру Map, найдем в этом же меню, находим раздел Masking, Masking, Mask, находим кнопку Clear, очищаем, и дальше находим здесь же кнопочку Mask by Intensity. Ну, интенсивность маски. Нажимаем на нее. У нас зажигается View Mask. Мы закрываем это менюшку, открываем менюшку текстура Map, и здесь подсвеченную кнопку текстура он выключаем, и у нас сейчас все получится. Переходим на пустое место сцены, нажимаем Ctrl и щелкаем один раз левой клавишей мыши. Вот у нас спроецировались мои стрелочки. Теперь переходим на Geometry и отключаем Shadowbox. Вот у нас стрелочки получились. В дальнейшем можно их текстурировать как хочется, раскрашивать, а можно выбрать просто любой материал, вот хоть хром. Сейчас вот так вот у нас получился блестящий. Кроме того, можно любую текстуру сюда загрузить. Все получится очень классно и красиво. Большое спасибо за внимание. Это все, что я хотела рассказать сегодня. До новых встреч!